Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. У меня сегодня новый проект, он на предстарте еще, называется Traffic Star. Значит, старт будет через 2 дня. Сейчас предстартовая фаза. Так, ну что, начнем к просмотру. Ну, пользователей всего еще 488. Регистрация сегодня 124. Старт проекта 9.02. Ну, выплат, как всегда, ну, естественно, нету. Так. Значит, преимущество. Партнерский бонус, пассивный доход, перспектива для лидеров и мощный рекламный инструмент. Значит, этот проект без вложений, но и с вложениями. Так. Значит, смотрите, стоимость тарифов. Стандарт. Без вложений. Бесплатный. Так, бонус предстарта. 500 показов. Баннеров 125 на 125. Премиум. Вход 1 доллар. Это пакеты, да? Ну и доход более 1 000 000 долларов. Ну это уже... Ну и бонус предстарта. 20 тысяч показов баннера. Ну вот, это уже большое. Я буду, сразу говорю, проплачивать 1 доллар. Я никого не призываю ни к каким-либо действиям, ни деньги не вкладывать. Работайте вот на бесплатной основе. Потому что мне, в случае чего, сразу предупреждаю, 1 доллар мне не жалко потерять. Проект иностранный. Я не знаю, как он себя поведет, как он будет платить. Ну, я закину 1 доллар. Так. Далее. Что здесь? Ну и так. Заработок. Вы можете заработать деньги просто за просмотр объявлений. Как в буксе. Бесплатно. Вот за клик. 25 реферальные за серфинг. 40 реферальные за покупки. А это идет выплаты с 1 доллара. Это уже идет. Вот этот премиум. Потому что стандарт, минимальный вывод 3 доллара. А если проплатишься, минимальный вывод 1 доллар. Так? Ну, рекламодателям и о нас. Это все можно прочитать. Далее, что здесь? Вопросы-ответы обязательно прочесть. Есть вкладочка «Суппорт». Можно возникнут вопросы, как бы написать в «Суппорт». Email, тема, текст, капча, сент. Значит, регистрация здесь очень простая. Так, я сразу попала в кабинет, так как я зарегистрировалась. Ну, регистрация там логин, имейл, пароль, придет письмо на почту. Ну, это мне письмо ни о чем. Как бы и вход по логину и паролю. Значит, сразу вот здесь у нас на домашней страничке находится партнерская ссылочка. Это у нас рекламный баланс, это основной баланс. Так. И вот баннеры, ну так как еще старта нет, баннеры 120 на 125 пока по нулям. И вот тут показываются баннеры, так. Это у меня уже доход идет с просмотра рекламы. Как бы серфинг работает. И давайте по вкладочкам. Вот здесь языки. Можно поставить язык английский, русский, немецкий. Кому какой удобно. Значит, реклама. Вот это у наша панель управления. Здесь мы будем загружать свою рекламку. Например, серфинг. Нажимаем, нас перебрасывает на страничку. И создать компанию. Имя компании, сайт. Это реферальная ссылочка. Описание. Здесь указываем, сколько секунд. И вот цена за клик. Вот такая вот цена за клик. Отправить на рассмотрение. Так. Так. Далее идет серфинг сайтов. И вот здесь серфинг. Значит, его немножечко пока маловато, по 10 секунд. Нажимаем сюда просмотр. И нас перебрасывает на страничку. И вот здесь идет необходимое время. Так, ждем. И что? Смотрите, 58 плюс 1. Так. Вставляем 59. Нажимаем чек. Ну, плюс 1, 59. Капча.
Неправильно обновить. Стираем. Так, 64. Чек. Все, вы заработали 0.201. Вернуться. Возвращаемся. И таким вот образом просматриваем рекламку. Так. Далее. Email surfing. Здесь как бы задание это. Нажимаем просмотреть. И что? Просмотр письма. Это письма как бы, так? Официальный старт проекта состоится 5.02.19 Лондон. Сейчас уже открыта регистрация актива. Сейчас у вас есть возможность зарегистрироваться. Так, официальный старт проекта. Дата. Значит, смотрите, здесь написано 5.02.19. Так. 5.02.19. Посмотреть. Опять идет отсчет времени. Это я первый раз выполняю. Может, и не так? Так, 58. Ой, 56 плюс 2. Ставим циферку. Уже опять неправильно. Так, вот я заработала. Вы заработали 0.2034. Так. Возвращаемся. И вот таким вот образом делаем можно на письма. Далее. Тарифы. Значит, смотрите, список тарифов. Партнерская. Вот, стандарт. Это бесплатно. Тариф премиум. И тариф, ну, VIP я вообще не рассматриваю. Мне, как я сказала, доллар не жалко потерять. Значит, партнерская программа «Прочерк». За клик до 0.1 цента выходит. За реферальный клик 12%. Реферальные за покупку рекламы 25%. Минимальная сумма выплаты, обращаю внимание, 3 доллара. Так, уровни рефералов 1. Так? Так, бонус баннерных показов прочерк, цена 0. Это вот, смотрите, уже приобретен. Значит, и здесь вот тариф премиум. 8 уровней уже партнерская программа за клик. До 0.0125 за реферальный 20%, реферальный покупка 35%, минимальная сумма выплат 1 доллар, уровни рефералов 2, 20 тысяч показов. Так, ладно, здесь у нас кошельки. Значит, Payeer, CoinPalming, Bitcoin и как бы... пополнение и вывод. Значит, вкладочка «Вывод». Сюда вставляем сумму, номер кошелька. Нажимаем «Вывод», когда будет что выводить. Так. И чтобы купить, я так понимаю, нужно что? Пополнить баланс. Я пополню его на 1 доллар. 1 ставлю. Надо... Так, не знаю. 0,0. Проверить. Возможно, без нулей. Ага, перебрасывать на платежную систему Payeer и дальше по накатанной. Значит, оплата прошла успешно. Продолжить. Так, значит, 1 доллар я пополнила. Подтверждено. Теперь что? Тарифы. Идем тарифы. И я нажимаю купить. Ваш баланс. Вы подтверждаете покупку тарифа. Да, подтверждаю покупку. Уровень был куплен. Так. Все, у меня приобретен. Так, кошелек я показала. Операции. Значит, попал. Так, начисление за просмотр рекламы и пополнение. Вот плюс 1 доллар. И здесь идут уже у меня есть партнеры. Так. Рефералы вкладочка. Здесь ваш спонсор. В данном случае буду я. Вот такая картинка будет. Так. И вот рефералы первого уровня, второго, третьего. Далее просмотр структуры. Так, вот за 1 доллар у меня как бы. Вот это синенькое.
Так, моя рекламка, сейчас я ее уберу. И вот желтенькая, это за 25 уже. Но у меня, я не купила, как бы, да, у меня тут по нулям, а то тут идет. Значит, первые два человека $1. И на вывод идет $1. Значит, и все это вносится единоразово, потому что тут все нужно посмотреть. Эту всю структуру, значит. Так, посмотрим. Настройки профиля. Значит, я установила аватар. Тут идет и Skype свой установила. Нажимаете «Изменить данные». Можно Skype, но можно номер телефона. И «Изменить аватар». Там все просто. Так, ну, здесь «Суппорт». Также можно написать из кабинета письмо. Рекламные инструменты. Здесь баннеры. Вот такой вот проект. Как он себя поведет, я не знаю. Будем как бы мониторить. Старт через 2 дня. Кто хочет, на бесплатной основе присоединяйтесь. Как я сказала, я уже никаким действием никого ничего не призываю. Как на буксе можно работать и пробовать выводить. Всем удачи, больших заработков. Продолжение, естественно, следует. До новых встреч!